Сегодня хочу показать, как производится блокада коленного сустава, блокаду передним доступом. Европейская школа боли делит доступы на три этажа. Получается, это верхний, средний и нижний, который называется передним доступом. Также они делятся на латеральные, на медиальные. В общем-то, около 6 точек введения лекарств. В коленный сустав вводят такие лекарства, как хондропротекторы, гормональные препараты, гиалуроновую кислоту, ну, также стволовые клетки. Покажу, как это все делается. Если мы используем передний доступ сустава, то коленный сустав должен находиться в согнутом положении. Обрабатываем поверхность введения. Тут у нас маркер такой сильно красил. Ориентировочно граница, область коленной чашечки. Получается, на сантиметр выше это будут верхние, латеральные, медиальные доступы, средние и, соответственно, вот передние либо нижние, также медиальные, латеральные. Все это очень легко определить на ощупь. Мы прощупываем, получается, коленную чашечку, связку, бугорок кости и сам сустав. Получается, суставные поверхности, их очень легко прощупать, верхние, нижние. И вот введение будет вот в таком направлении, с таким направлением иглы. Всегда стараться обрабатывать поле введения и стараться по ощущениям не попасть в связку. Процедура не травматична и не болезненна. Дискомфорт какой-то присутствует всегда, но используется местный анестетик, и боли как таковой выражены. Вводим хондропротекторы, вводим гормональные препараты, например, по типу дипроспана. А потом обязательно наше место введения мобилизируем.